2 сентября Приднестровская Молдавская Республика отмечала 23-ю годовщину самопровозглашения независимости, несмотря на то, что этот регион на левом берегу Днестра не признан многими странами. Программа республиканских и городских праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости, включала немалый ряд интересных и важных мероприятий. Так, 1 сентября в Главном дворце республики состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие лидеры государства, представители трудовых коллективов республики, а также почетные гости. Гостеприимно принимали членов зарубежных делегаций президент Евгений Шевчук, глава Приднестровского кабинета министров, уроженка Белгорода-Днестровского Татьяна Туранская, а также депутаты Верховного совета Приднестровской Молдавской республики. Поздравить приднестровцев с годовщиной независимости прибыло очень много гостей, среди которых депутаты Верховной Рады Украины и Госдумы Российской Федерации, представители уже добившихся признания Абхазии и Южной Осетии, соратники по борьбе за международное признание из Нагорного Карабаха и делегаты из Гагаузии. Высшее руководство Приднестровской республики и зарубежные гости произнесли свои искренние поздравительные речи на торжественном собрании, посвященном Дню республики. Я верю, что именно такой позитивный подход на базе наших православных ценностей, принципов, заложенных нашими предками, приведет нас всех, нашу страну, к развитию и процветанию. Официальную делегацию из Украины представляли народные депутаты от разных политических партий, а также наш с вами земляк, который, как никто лучше знает о проблемах взаимоотношений Приднестровья с Украиной, народный депутат Виталий Барвиненко. По случаю 23-й годовщины независимости Приднестровской Молдавской Республики народный депутат Украины, лидер коммунистической партии Петр Симоненко поздравил жителей республики с торжественным событием. Мы с особой радостью сегодня говорим о том, что те, кто живут здесь, как многонациональный народ, они все делают для того, чтобы победа, она имела продолжение. Нелегкой ценой она досталась. И мы верим в то, что, отмечая очередную годовщину, Приднестровский народ, народ Приднестровской Молдавской Республики, все сделает, чтобы потомки гордились нами. В заключение пламенной речи он вручил Евгению Шевчуку булаву как символ суверенитета и независимости, а также отметил, что только держа крепко эту булаву в руках, можно дать надлежащий отпор тем, кто посягает на независимость и счастье народа Приднестровской Молдавской Республики. Торжественное собрание во Дворце Республики завершилось праздничным концертом с выступлением украинских, российских и молдавских солистов, а также творческих коллективов. На протяжении 2 недель по случаю 23-летия со дня образования Приднестровской Молдавской Республики в образовательных, спортивных и развлекательных учреждениях государства состоялись ярмарки сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров, турниры по шашкам и шахматам, открытый чемпионат по велоспорту, выставка военной и раритетной техники, праздничные гуляния. Так, 3 сентября, 23-ю годовщину Приднестровской Молдавской Республики, отмечали под звуки военного парада с традиционной церемонией возложения цветов на мемориале славы, а также поднятия государственного флага. Более полную программу республиканских и городских праздничных мероприятий смотрите завтра на телеканале Бессарабия ТВ, а также специальный репортаж «Встреча украинской делегации с депутатами Верховного Совета и президентом Приднестровской Молдавской Республики».